концом света, Сэм! Пошел ты! Всеобъемлющую хиральную сеть, связавшую всю Америку, все эти драгоценные узелки. И теперь весь мир у меня на ладони. Было 5 массовых вымираний, спровоцированных фактором. Настала пора для 6-го. Я говорю не про гибель десятка другого видов, нет. Это вымирание с большой буквы. В этом выплеске сгинет все живое на Земле. И все это благодаря твоим поистине геройским усилиям, объединитель Америки. Ну что скажешь, пошли! Узри свою погибель. Амелия? Сэм! Близок к завершению. Все узлы связаны. Скоро я солью их и все берега человечества в единое взморье. А затем начнется всеобщее вымирание, каких на Земле
еще не бывало. Последнее. Это мое предназначение. Что он с тобой сотворил? Последний выход. То, для чего я здесь. Первый был всего лишь прелюдией. Ты до сих пор не догадался? Дум? Такие, как мы? Это все ее работа! Кошмары, что нас мучают, видение неотвратимого будущего. Звучит знакомо? Поздравляю с концом света, Сэм! Пошел ты! Сэм. Да пойми же. Ты можешь ускорить это или замедлить, но то, что начато, не остановить. Даже если ты победишь, тебе ее не спасти. Ты видишь? Все уже кончено. Давай сразимся.
еще не закончили? Амелия! Амелия! Она в порядке. Вымирание откладывается. Отпусти ее! И все это ради возвращенца? Печаль. Ну, продолжим после твоей кончины. Кикс! Нас ждет торжественный финал на берегу. Thank you.
Они не должны уйти. Ты должен как-то их догнать. Скорее, Сэм, ты знаешь, каковы ставки. Если не остановишь Хиггса, он устроит конец света, используя его фамилию, и тогда все наши усилия пойдут прахом. Перебрить так держать. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Хиггс хочет соединить узлы твоей сети с берегом Амелии. Так что понятно, куда они ушли. Мы сможем туда попасть? Мы? Нет. Но у тебя с Амелией прочная связь. Ты много раз бывал на ее берегу, так? Ты сможешь допрыгнуть. Ты помнишь, что я сказала? Постараюсь взять его живым. Обещай. Ты дашь мне его прикончить. Хорошо. Тогда я помогу тебе добраться. Обоим сразу не получится. Но я тебя догоню. Ты же сказала, что не можешь к ней попасть. Ну да. Но могу попасть к тебе. По узам, что нас связывают. Ловец снов приведет тебя к ней. А потом? А браслет приведет меня к тебе. Прямо так и пойдешь? Да, и без оружия. И Лу с собой не возьму. Эй, Фрэджайл. Что? У тебя есть перекусить? Подсадила я тебя. Сэм, осторожно. Если вдруг что, позаботься о Лу, ладно? Мне придется тебя коснуться. Закрой глаза. Представь Амелию и ее берег. Ты ведь ее любишь? Ты ее любишь. Вот он.